Привет, меня зовут Валерия, и я охотница за вещами из прошлого. Охочусь в основном на фарфор, так как считаю многие фарфоровые изделия произведением искусства. Мои сокровища можно рассмотреть и приобрести в онлайн-магазинах. Ссылку на них я оставлю в описании. Это видео-анонс о том, что будет на этой неделе. И это мое первое видео. Получилось слегка комом, но я все равно решила его выставить, так как мне важна ваша обратная связь. Мы с мужем расходимся во мнениях. Он считает, что лучше меньше говорить и больше показывать новинок. А мне как раз хочется побольше рассказать. Поэтому я буду очень благодарна за ваше мнение, оставленное в комментариях. Начну с вот этой достаточно необычной фарфоровой статуэтки, которую можно использовать и как конфетницу, как фруктовницу. Черешня мне будет здорово смотреться, или клубника. А можно в ней хранить украшения, если поставить ее на туалетном столике. А такая статуэтка была создана на мануфактуре Зетцендорфер Порцелян Мануфактур. Но первый раз я ее видела от мануфактуры Майсен, и это их модель. Но мне кажется, что они потом ее продали, потому что я уже видела и немецкую мануфактуру Веймар такую статуэтку. Вот Зетцендорфер мне достался. Такие статуэтки, кстати, парные. У нее, в принципе, должна существовать пара в виде девушки, тоже с корзинкой. Когда-то она мне попадалась. Ну вот сейчас есть такой парень. Это, кстати, Моцарт, юный Моцарт. Красивая работа, много мелких деталей. Мне лицо очень нравится, такое выразительное. Все расписано вручную. Сейчас покажу с разных сторон. Моцарт явно на отдыхе. И предлагает разнообразные вкусные вещи. Красавчик. Жалко, девушки сейчас нет. Они так очень редко попадаются. И то у меня парень, то девушка. И Марочку напоследок. Следующая на очереди такая тоже конфетница, фруктовница от немецкой мануфактуры Plum. Я честно не уверена, что все-таки выставлю ее на продажу. Я очень за нее боролась на аукционе. Она выполнена в стиле Art Nouveau. Сама чаша в виде листка, и на ней такая красивая девушка отдыхает. Очень удивительная, красивая работа. Та девушка поближе спит. Такая слегка дюймовочка, только уже взрослая. Клеймо мануфактуры. Написано, что тоже расписано вручную. Ну, это и понятно. На такие детали невозможно деколь нанести хорошо. Ее можно использовать тоже как конфетницу или фруктовницу. Ягодки на ней будут красиво смотреться. А можно просто поставить в витрину и наслаждаться, потому что на самом деле это очень редкая вещь. Вот такой красивый кофейный сервиз у меня будет. Это Алька. Он был создан в период с 1938 по 1958 года. Я бы сказала, что это красивая форма 50-х. Мануфактура Алька немецкая и принадлежала одной семье больше 120 лет. Название Алька происходит от слияния двух фамилий Альбут и Кайзер. Кайзер был зятем, в общем, тоже член семьи, его дети потом работали на мануфактуре, она им принадлежала. Это была достаточно популярная мануфактура. Они делали подарки американским президентам, британскому премьер-министру. В 70-х они стали называться просто Кайзер, лишь потому, что решили выйти на международный рынок и посчитали, что Кайзер более благозвучно для иностранцев. Красавчик, правда? Вот еще такой красивый сервиз у меня будет. Он состоит из кофейника, молочника, сахарницы и шести трио. Трио – это чашка, блюдце и тарелка. Чашки достаточно большие, 150-160 мл, поэтому сервиз можно использовать и как чайный. У всех предметов красивая многогранная форма. Ярко выраженный стиль арт-деко. Красиво, правда?
На тарелках два клейма. Одно мануфактуры Тиршенройт, это немецкая мануфактура. Такое клеймо осталось с 1903 года. Второе клеймо – это Вессель. И мануфактура работала под Боном с 1755, там, по-моему, 57 года. Работала ни шатка, ни валка, потому что были финансовые проблемы и часто сменялись владельцы. Пока в 1838 году мануфактуру не перебрал к своим рукам Вессель. На самом деле он ее купил у обанкротившегося владельца предыдущего. И с ним мануфактура просуществовала достаточно успешно почти 100 лет. Он ее руководил потом его дети, пока в 1926 году у них не случился пожар, практически все сгорело. Потом была Великая депрессия мировая, в общем-то, и мануфактура не пережила ее. Взял ее под крыло бизнесмен из Берлина, и с ним мануфактура просуществовала еще до 1969 года, но она уже носила другое название. Поэтому можно предположить, что сервиз данный был сделан с 1903 по 1926 года. Но я бы все-таки сказала, что это 20-е годы, именно из-за стиля арт-деко. Сервизы можно приобрести в магазинах, на ярмарке мастеров, в Инстаграм или на Фейсбук. Я буду вам там очень рада. Еще мне будут выставлены вот такие красивые чашки немецкой мануфактуры. Кёниглих Привилегирте Порцеланфабрик Тетау. Чашки очень высокие, у них объем почти 250 мл. По декору ручки и декору сверху я вижу, что это серия Ариадна. Такие чашки хороши для подарка. Очень нежные, женственные, красивые. Одна ручка чего стоит, да, такая витиеватая. Они подойдут для тех, кто любит какао, так и называются какао-чашки. Или для тех, кто любит пить чай из больших емкостей, но хочет красивую чашечку, а не кружку. Также для любителей кофе, кто любит пить его большими порциями. Такие красивые со всех сторон. Блюдца высокие, края подняты. Вот такое клеймо. На чашке клеймо такое же. Потрясающей красоты сервиз мне достался. Это немецкая мануфактура Schumann со своими красивыми формами, золотым декором и темно-темно-синим кобальтом, почти черным. По краю тарелок также блюдец и поверху чашек, молочника, кофейника и сахарницы идет рельефный декор, который вот так вот разрисован золотом. Кроме золотого декора по краю, на сахарнице, молочнике, кофейнике есть еще такие красивые золотые букеты. Сахарница на молочнике. Не очень люблю фотографировать кобальт, потому что в нем отражается все и даже больше. Но согласитесь, он очень красивый и золотом смотрится просто потрясающе. Вот какой красивый букет на заварочном чайнике или кофейнике, по форме больше кофейник. Носик, ручки просто залиты золотом, а сверху красивая золотая роза из фарфора. На сахарнице такая же. Сервиз состоит из кофейника, сахарницы, молочника и шести трио. Трио – это чашка, блюдце и тарелка. Сервиз может быть использован как и чайный, потому что чашки 150 мл объем. По-моему, даже чуть больше. Ну, в общем, не меньше 150 точно. И будут еще 4 трио, которые будут продаваться отдельно. У них по тарелкам есть немножко царапинок. Но мне кажется, это не от использования, потому что не в местах по краю, а вот как раз от хранения. Красавец тарелочки. Такой декор по краю. Хорошо так видно. Меня часто спрашивают, можно ли найти такой второй же. Ну вот, к сожалению, нет. Крайне редко, когда можно найти два одинаковых сервиза. Вот такой в кобальте, я думаю, один в своем роде. Может, конечно, где-то еще и существует, но, как правило,
фарфору, которому уже много лет, и который выпускался небольшими партиями. Что-то доживает, у кого-то кто-то не хочет продавать. Иногда пропускаешь, если что-то где-то есть. Данный сервиз был сделан в период с 1960 по 70-е годы. Это, грубо говоря, уже, в общем-то, 50 лет, минимум 50 лет назад. И найти такой второй, скорее всего, просто не получится. Клеймо 60-х годов. На тарелках, чайниках и блюдцах оно такое. На чайнике сахарница-молочники, оно еще взято в рамочку и сообщает о том, что это настоящий кобальт, а не просто синяя краска, синяя глазурь. Тем, кто любит кобальт, я настоятельно советую присмотреться к этому сервизу. Он очень-очень красивый. Если вам интересно, или если вы хотите быть первыми в курсе новинок, которые появятся у меня в магазине, подписывайтесь. Будем на связи!